Друзья, привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сегодня будет купальное видео, как я вам и обещала. Видео о том, как Вова купается 21 мая. Сегодня, смотрите, уже день, да, очень солнечно. Смотрите, какое море, сколько уже народу купается. Васька! Квак-квак-квак, мой. Ветер дует сильный. Надеюсь, вам слышно будет. Я тут прикрыла телефон немножко. Вован, давай, открывай сезон. А мы не посмотрели, сколько вода градусов. Вован у нас на отдыхе не бреется. Мама его смотрит видео, говорит: Вова, Васюша, Вася! И детки купаются. Ну-ка я пойду зайду в воду. Ой, ёксель-моксель. Градусов 17, наверное, вода. Вон сколько купающихся. Васюша, иди. Северян. Не, ничего с ней не будет. Иди сюда. Иди сюда, ножки помочи. Ой, смотрите, малыш. И ничего. Ой, сразу заходишь, холодно. А вот так вот уже и ничего. Море обалденно красивое. Все, занырнул. Слушай, ты постоишь так вообще? Наверное, градусов, наверное, 18-19. Может, даже и больше. Поэтому пирсу так здорово гулять, там идешь, а под ногами вода прям плещется. Красота, да? В мае, кстати, очень здорово отдыхать. Не жарко, как вот в июле, в августе. Море, смотрите, какое прям прозрачное. Васюша, заходи! 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 Здорово! Вот в июле, в августе вот здесь не будет вообще свободного места. То есть все будут лежать как тюлени, прям тютелька в тютельку друг на друге. А сейчас смотрите, как здорово. И сейчас подешевле. Я говорю, вот мы квартиру за 800 рублей сняли. Спрашивали меня про квартиру. Она июль занята, в августе 2500 в сутки будет стоить. Но здесь вот море уже будет грязное. Вот здесь будет лежать тина, потому что море, видите, песок, очень тепло, и оно цветет, водоросли такие зеленые. Соответственно, они не очень хорошо пахнут, а сейчас прям благодать, прям красота. Красота, вообще балдеж. Уже все кафешки открыты. Кстати, по поводу работы. Мы сейчас вот шли, сейчас день. Практически в каждой парикмахерской требуется мастер по там, маникюр, парикмахер. В каждой... Где наш папа? В каждой кафешке требуется там администратор, официанты, повара. Много где написано, что с проживанием. А где наш папа? А, вон он. В магазинах требуются продавцы, в гостиницах администраторы, горничные. Кстати, сюда можно приезжать на... Знаете, если как сильно семьей не обременен, можно вполне сюда приезжать, работать, жить и одновременно и отдыхать. После работы вполне можно и на пляж прийти. Класс! Слушайте, ну не холодная вода. Вот я сейчас, я вообще мерзляка дикая, а вода реально не холодная. Волны какие. Волны. Вода чистая. Обалдеть. Красота. Все идет. Мой муж накупался. Сейчас послушаем его впечатления. Мы первый раз, когда приехали в первое лето, мы поехали 1 июня. Мы приехали 13 мая.
Поехали 1 июня. Для нас это было так дико. Вова со Славой купались. Василиса, конечно, семиметичная была, ножки просто помочили. Но так рано мы еще никогда не купались. Делись впечатлением. А вода-то не холодная. А так, ведь летом. Бывало, сразу там купались. Да. Слушай, я сразу зашла, вроде холодно. А постояла, она вообще не холодная. Ну, ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что она 25 градусов? Да, примерно так. Гидротечение откуда-то принесло. Да, может, вполне, да. Она вообще тёплая. Ну, вон, смотрите, маленькие детки купаются. Да, сейчас там выбегать надо, а купаться можно. Да. Класс. Что я говорю, что в мае отдыхать вообще здорово. И народу... Вов, скажи, что в июле вот это будет пляж, будет весь как тюлени. Не пройдешь просто, к морю не пройдешь. И он будет весь до конца вот в людях. Колесо, смотрите, какое в этом году открыли. В прошлом году его строили, колесо обозрения. Вот так, друзья. Вода прям вот... Прямо самое нормальное. Теплее, не холоднее, да, для меня лично. Ну, класс. Вчера, наверное, холоднее. Вчера холоднее было, да. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Будет еще много солнечных видео. Я надеюсь, в этом году мы много где побываем. Обязательно поедем с палатками. Так очень-очень не хочется. С гитарой возле костра. Шашлычками, в палатках, просыпаешься утром, открываешь палатку, лежишь и смотришь на море. Боже, как я соскучилась по такому отдыху. Но в этом году мы обязательно так отдохнем. Всем пока, друзья!